Проверить здоровье сотрудников без отрыва от их работы. Такой возможностью уже воспользовались некоторые предприятия края. Алтайский научно-исследовательский институт технологий машиностроения не стал исключением. Работодатель принимает такое решение о необходимости регулярного обследования. И заключается соглашение, и в рамках данного соглашения воля работодателя со стороны Министерства здравоохранения, Центра общественного здоровья и, конечно, сотрудники предприятия вот, участвуют в этом процессе. К слову, для института мобильный формат диагностики сотрудников не в новинку. В прошлом году, благодаря решению руководства, им провели комплексное обследование. В этом организация вновь подошла к вопросу ответственно. Преимуществом этого обследования является, первое, то, что оно проходит без отрыва от производства, а второе, то, что оно является абсолютно бесплатным для каждого нашего сотрудника. Естественно, предприятие очень заинтересовано в том, чтобы каждый сотрудник был абсолютно здоровый и с удовольствием ходил на работу. На предприятии работают порядка 250 человек. Каждого сотрудника обследуют в течение недели, оценивают риски развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как гипертония, ишемия, сахарный диабет и других. К слову, сотрудники такому формату диагностики рады. Очень удобно, не отрываемся практически от работы. Обследование доставляет нам удовольствие, как бы то, что все врачи рядом, не надо никуда бежать, не сидеть в очередях. Чтобы надо пойти в поликлинику записаться, а здесь приехали, назначили время и сделали флюорографию. Пока таких социально ответственных работодателей в крае немного, но их число постепенно растет. Здесь попадание интересов и органов власти, государства, и тех, кто на сегодняшний день предоставляет рабочие места для жителей Алтайского края и конкретно города Барнаул. Хотелось бы, чтобы эта инициатива была поддержана другими работодателями. Конечно, хотелось бы, чтобы это было нормой для наших граждан. После обследования каждый работник получает заключение и рекомендации, а работодатель – паспорт здоровья сотрудника. Это дает возможность не только своевременно пройти лечение, но и принять правильные управленческие решения по сохранению кадрового потенциала. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.